Летом этого года жители дома номер 26 по улице Чаадаева обратились в госжилинспекцию, перечислив в своем обращении целый ряд недочетов, которые ежедневно лицезреют в подъездах своего дома. Так домоуправляющей компании было выписано предписание. И вот спустя несколько месяцев подъезды дома 1932 года постройки преобразили. По словам жителей, помимо устранения основных недочетов, одним из главных и важных изменений стали новые пластиковые окна в каждом из подъездов. В кратчайшие сроки дом управляющей компании выполнил декоративный ремонт подъезда. Это оштукатуривание, обновление окрасочного слоя, замена окон на пластиковые, ну и замена почтовых ящиков, ну и также окраска напольного покрытия. Дом управляющей компании было выдано предписание, чтобы в кратчайшие сроки устранить все эти нарушения. Как мы видим, предписание выполнено, все подъезды отремонтированы качественно.